Гайд по недвижимости. В России ограничат экстремально низкие ставки по ипотеке, которые могли быть меньше 1 или вовсе составлять десятые доли процента. Но это на самом деле плюс. Почему? Эксперт рынка недвижимости Дмитрий Дворяткин. Центробанк объявил, что введет дополнительные серьезные требования для банков, которые выдают ипотеку по около нулевым ставкам. Это так называемые ипотеки от застройщика. Регулятор увидел, что, как правило, стоимость жилья, продаваемого по таким условиям, завышается самим застройщиком на 20-30%. Таким образом, полная стоимость кредита оказывается ниже его рыночной цены. А это может создать риск как для самих банков, так и для покупателей. Если обладатель квартиры вдруг поймет, что не может выплачивать ипотеку и захочет продать жилье, то ему придется это делать по рыночной цене, а не той завышенной, за которую он ее брал у застройщика. В итоге человек может оказаться должен банку еще сверх стоимости жилья от 10 до 30%, заключают эксперты. Как правило, такие ипотеки от застройщика практикуют те, кто продает жилье класса выше среднего. В Алтайском крае таких девелоперов, прямо скажем, немного. И они почти не завлекают покупателей низкими ставками. Состоятельные жители у них покупают квартиры и без того. Поэтому для нашего региона экстремально низкие проценты не характерны. Чаще всего предлагается небольшой дисконт в 1-2% от рыночного уровня. В целом эту меру Центробанка можно скорее определить как положительную для рынка. Во-первых, будет возможность увидеть реальную рыночную цену квартиры. Это сделает ситуацию более прозрачной. Во-вторых, покупателям будет легче ориентироваться в параметрах сделки. И напоследок совет. Если видите слишком уж привлекательные условия покупки квартиры, обратитесь к специалистам. Они наверняка вам объяснят все нюансы, которые могут быть скрыты за заманчивым рекламным предложением. Гайд по недвижимости.